Кубань первая среди регионов России в сфере охраны труда. По итогам всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области условий охраны труда «Успех и безопасность» Краснодарский край стал победителем. По словам вице-губернатора Анны Миньковой, цитирую, «эта награда подтверждает правильность выбора вектора работы по охране труда в Краснодарском крае». Конец цитаты.